Ребят, всем привет-привет. Уже через пару дней начнутся настоящие подкасты на моем канале. Там будут предприниматели. я решил записать вот такую вводную часть, чтобы рассказать, в принципе, зачем это, для кого это и какая цель. Вот. Итак, все началось еще давно, когда мы с Иваном Цыбаевым здесь сделали в Кремниевой долине Silicon News. И основная идея была зафиксировать какой-то такой диалог с предпринимателями, инвесторами и людьми, у которых есть какие-то достижения, чтобы просто эти идеи транслировать в массы. Было очень круто, было очень много крутых ребят, можете поискать это в сети, было что-то вау. Потом через какое-то время Иван привлек инвестиции в свой, в свой проект, первый, второй, и сказал, что вот эта история с подкастами, с видеоинтервью.